Привет, народ! У нас здесь две посылки. В одной посылке два ножа, ну вы их уже видели на превью картинки, а во второй посылке электронный измерительный прибор. В общем, давайте так, кто вот под этим видео угадает, что в этой посылке до выхода, подчеркиваю, вот этого видео об этой посылке, ну, тому я подарю один из этих ножей. В общем, пишем внизу варианты. Электронный измерительный прибор. Ну, давайте подсказочку такую маленькую. Цена его около, где-то в районе 120-125 долларов. Вот так вот. Дальше поехали. Здесь у нас два ножа. Так. Два ножа. Это у нас бумажечка ненужная. Ну, давайте сразу вот так вот. G73-72. Посмотрим, что это у нас. Опаньки. Опаньки. Вот такой вот, типа а-ля спайдерка, но Ганзо. Ну, все поняли, да? Что за моделька? Спайдерка. Ну, я опять же, скажем так, из-за этических соображений не буду называть марку ножа, дабы потом спайдерка не обиделись, что китайцы делают ножи и продают их типа как свои. Ну что я вам хочу сказать, ребята, не ожидал. Очень так все неплохо сделано. Ну давайте покажу. Вот такой вот ножичек, клиночек по центру. Клиночек можно было бы, конечно, видите, да, на полсантиметра подлиннее сделать, но сделали так, как сделали. Типа больстер металлический и хвостовик, а в конце у нас вставочка G10. Здесь, смотрите, с этой стороны вот все аккуратно выглядит. Лайнер, видите, да, вот он. Открываем и замочек, оп, подпирает. Очень-очень неплохо. Клипса это все скрывает. То есть вот эту щель клипса полностью перекрывает, ее не видно, там вон кусочек видно, вот так вот. То есть очень-очень зачетно. Клипса не переставляемая. Ножичек, ну, легонечко открывается, видите, да, падает прям на руки. То есть все четенько, все красиво. Ну, реально, вот один минус, это он реально очень тяжелый. Еще раз давайте покажу сам нож. На клинке у нас, как всегда, классика 440C. Китайцы пишут. Подводы очень широкие подводы. И с этой стороны, но одинаковые. То есть они одинаковые, но очень широкие. То есть реально. Вот здесь даже, по-моему, ну чуть-чуть может быть вот этот подвод шире. То есть визуально, вот видите, да, запоминайте, раз и два. Ну, почти одинаковые. Ну, скажем так, неопытным взглядом не определить, что они разные, но все-таки, я не знаю, на пару соточек, может быть, вот здесь вот подвод шире. Так, бумажка. Ну, вообще, масло. То есть, нож из коробки очень острый. Давайте промеряем, что он у нас. Ну, буду вот этим штангелем пользоваться, потому как этот товарищ у меня после падения, он у меня в гараже упал с полки. То есть, ну вот, где-то полочка 1,60 м. Он у меня упал с полки и после этого начал глючить. Давайте попробуем этим померить. Сведение. Мне что-то кажется, что сведение здесь реально очень-очень конское. Ну, давайте все-таки я штангель возьму нормальный и промеряем. Сведение очень толстое. Почему? Потому что, ну, подводы очень широкие. Здесь сведение у нас, ну, 0,7, ребята, 0,7. Здесь ниже 0,6. Ну и здесь 0,5. То есть ближе к кончику. Нож, видите, просто сюда тоже клином уходит. Ближе к кончику нож тоньше. ответить. Я извиняюсь, я отвечу. Да. Ну, а так, в общих чертах, ножичек неплох, очень неплох. Такой машинный сатин здесь у нас. С этой стороны тоже давайте покажу. Ну, клюв пеликана такой. Форма мне спайдерка не очень нравится. Но, в общем, вот так вот. Берешь в руку, очень удобно. Давайте дальше пробежимся по ТТХ, вес померяем. Так, ну, давайте к весу, да, потому как, ну, реально, мне очень-очень тяжелым нож показался. Так и есть. 164,6. Еще раз. 165 грамм ровно, в общем. Давайте округлим. 165 грамм ровно. Потому как весы нужно менять уже тоже, я так понимаю. Ну, в общих чертах нож очень неплох, ребята. Честное слово. То есть все четенько. Замочек вот так вот закрывает. Заходит. Ну, почти до конца. То есть можно было бы, конечно, сделать его и поменьше. То есть, чтобы на начало пяточки заходил. А так, видите, да, если пальцем поджать, ну, то есть, конечно, куда еще идти. Но, ну, скажем так, надежно подпирает. Здесь лайнер такой не очень тоненький, он, причем, видите, да, то есть профилированный, вот там, видите, да, выступающий профиль, то есть он не тонкая пластинка идет, а более такой массивный, то по этой причине, ну, как бы, мне кажется, что он не сложится. Нет, не сложится, ребята. И даже не подумает, видите, да. То есть бил я реально, конкретно, на нож это никак не повлияло. Так, по ТТХ давайте быстренько пробежимся. 9.2 сантиметра или 92 миллиметра клинок. 12 сантиметров рукоятка. Ну и нож 21 сантиметр. В разложенном состоянии вот такой вот неплохой ножичек. Здесь у нас G10 такую имеет текстуру интересную, то ли это реально карбон, то ли очень-очень сильно похоже на карбон, да? Интересная текстура такая. Давайте посмотрим, что здесь у нас за второй ножичек. А вот первый мы его и откроем. Так, это пока в сторонку. Второй ножичек у нас. Оп-оп-оп. Так, это мы тоже пока в сторонку. Ну, второй ножичек вообще китайцы со свистком. Ай-яй-яй. Ну, ребята, вот это вот реально. Ну вот, берешь в руки. Берешь в руки и сразу чувствуешь Китай. Вот. Ну реально, вот этот нож берешь в руки, никакого ощущения китайщины вообще нет. Я вам честно говорю. То есть берешь в руки и нож, очень удобный нож. Подпальцевая выемка, вот это щел. Очень удобный нож, прям, ну, продуманный. Все материалы, подгоночка, все сделано. Никаких щелей, ничего. Вот этот нож берешь в руки и сразу понимаешь. Чайно. То есть здесь не люфтов тебе. Ну вообще ничего. Вот не к чему придраться здесь реально. А здесь на вид такой клиночек, в принципе, вроде как и неплохой, да, вот так вот он смотрится. Но вот берешь в руки и сразу чувствуется Китай. Во-первых, люфт. Есть. Он люфтит. Поперечного люфта нет, но продольный есть. Во-вторых, вот это вот китайщина. То есть, смотрите, нож черный, сам ригель белый. Бонки белые. Ну, то есть, это очень по-китайски смотрится. Плюс это свисток, здесь ни к селу, ни к городу. На картинке нож вообще смотрелся неплохо, когда я его заказывал. Почему и заказал, что думал, Такой вроде как ничего. Но вот когда берешь в руки, реально такое ощущение пластмассовости какое-то. Вот эта вот текстура тисненная, видите, да? То есть как-то оно вот, ну никак. Реально никак. G10. Ну и видно, что вот пресс-форма как давила его. То ли здесь фрезеровка, то ли что, то ли пресс-форма давила, непонятно. В общем, ну, очень сильно по-китайски. Наверное, фрезеровка. Да, фрезеровка. Четко видно вот здесь вот остатки от фрезы. Ход фрезы вот здесь вот видно. Вот. Вот в этом уголке. Видно, да? Как фреза заходила. Ну, в общем, по-китайски. Лично мне нож не понравился очень сильно. Не знаю, судите сами. Очень тугой ход. Очень прям, ну, вот... Вот не сдвинуть его, очень тугой ход. Клиночек то, что тоненький, это да, это удобно в использовании. Ну, не люблю толстые клинки. Кстати, да, здесь забыл померить. Сведение померил, а сам клинок давайте померим еще раз. Раз. 2,7. Здесь клиночек 2,7. Поехали теперь к этому ножу. 3 миллиметра ровно. 3 миллиметра ровно. Очень тугой ход. Это просто ужас. Дальше по габаритам. 9.2. Сам клинок. Рукоятка 12 ровно. Я в сантиметрах говорю, если кто не понял. И полностью клинок 21 ровно. По подводам сведен тоже так, довольно-таки толсто. Сведен 0,7. уже. И сюда. И сюда 0,6. Ну, вот таких вот два ножа. Давайте посмотрим. Ну, китайцы, видите, научились точить ножи, честное слово, получше, чем многие бренды. Получше. Конечно, подвод такой очень широкий. Как по мне, лучше бы они его свели тоньше, а подводик был бы уже. Вот это бы намного лучше было. Ну и смотрелось бы это визуально. Я не знаю, что за покрытие. Типа DLC что-то. Такое типа краска, не краска, непонятно. Как оно будет облазить, непонятно, не могу сказать. Здесь четко видно, что краска на лайнерах. Нож не облегчен, то есть вот так вот. Все четенько видно, да? Здесь тоже никаких облегчений нет, не показал. Заглянуть заглянула, показать вам не показал, да? Вот так вот, стальные лайнеры. В общем, вот таких вот два ножа, ребята. Ну, вот таких вот два противоречивых мнения у меня. В общем, я извиняюсь. У меня сегодня такой вот день открытых дверей. Ну что, по второму ножу. Вот здесь вот у нас, видите, да? Такой переход перед замком. Axis Lock. Вверх подъемчик такой и насечка. Насечка, если честно... Ну, никакая и ни о чем. То есть она не держит. Разве что в перчатке, да, здесь палец будет останавливаться. Так он просто скользит. И все. Ну, очень дешево выглядит. Очень дешево выглядит. На фотографии нож смотрелся намного, намного лучше. Вот этот свисток здесь реально, ребята, честное слово, ни о чем. Лучше его убрать. Вот так вот уже лучше. Ну, тоже пишут у нас китайцы. 440 со сталька. Не знаю, что за покрытие, я уже говорил, да? И как оно будет изнашиваться, непонятно. Ну, ход очень тугой у клинка. То есть, если один нож мы берем в руки и все, усыграете кадуй, да? То второй нож, вот сплошные грехи. Возможно, кому-то такой дизайн не понравится. Мне он лично, вот по фотографии, я когда заказывал, да, то, видите, я его заказал, приглянулся. Приглянулся нож по фотке, я его заказал. Вот только берешь в руки, и сразу ощущение меняется. Сразу меняется ощущение, восприятие ножа Ну, не то, совсем не то, что я ожидал. Здесь типа фальшик у нас такой. Ну, что хочу сказать, все симметрично сделано. То есть не так, как на микротеках. Видите, да, все тютя в тютю. Начинается одинаково, вот. И заканчивается одинаково все. То есть все симметрично. На микротеках это с одной стороны на сантиметр дальше, с другой стороны на сантиметр ближе. Плюс-минус сантиметр для них это ничего. Клипса здесь у нас на две стороны переставляется. Отверстие под темляк уже вы видели. Потому как темляк там был. Ну, в принципе, вот такой вот нож. Ну, просили еще, Русик, замеряй ножи вот так вот. Максимально в толстом месте. 13 миллиметров. И здесь второй нож. Ух ты, как светит в глаза-то. Отбивает мне от ноутбука. Вот так вот. 13 миллиметров толщина. А здесь у нас 12 миллиметров. То есть здесь нож будет потоньше, в кармане будет, ну, на миллиметр. Это не критично, но тем не менее 13 и 12 это чувствоваться будет на кармане. Но вес, ребята, я вам скажу, конечно, у этого ножа очень сильно, скажем так, в минус дает. Здесь у нас 138,4 грамма, полегче. Ну, в моем понимании... Правильный вес ножа это вот 110-115 грамм. Вот это вот правильный нож, правильный вес. Ну, 115, ну максимум 120, вот так вот. Ну и то, смотря каких размеров нож, да, понимаете, да, что здесь сравнивать режущую кромку эффективную даже, ну, даже можно не сравнивать. То есть однозначно зеленый шип будет подлиннее. Не намного, конечно, подлиннее, но режущие кромки здесь, видите, да, уже намного подлиннее. То есть, если сравнивать клинки, то здесь 95, здесь 92. Но, видите, вот этот чойл съедает очень много. В принципе, вот таких вот два ножа у нас сегодня были. Два радикально, скажем так. Ну, два ножа противоположности. То есть, один берешь в руки и сразу Китай, второй берешь в руки и вот прям берешь в руки, маешь весь. То есть не сказал бы ни разу, что нож китайский. Все четенько, все ровненько. Смотрится вот ничего так. Карбончик вот этот вот. Подгонка. Ну, смотрите, нигде ничего не выступает. Все зазоры соблюдены. То есть, ну, все четко. Ну и по данному ножу. Данный нож уедет к тому, кто все-таки в комментариях угадает, что за прибор в данной посылочке. Ну, я же говорю, что комментарии принимаются до, то есть перед тем, как выпускать вот это видео, заливать на YouTube, я прочитаю все комментарии. Если данного комментария не будет, правильного, да, ответа на вопрос, то потом уже бесполезно, посмотрев видео, писать тут и требовать: Русик, я же написал, я же угадал. Тролли такие будут забанены. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся.